Здравствуйте, тут в говнину пьяный. Сейчас только что чуть не совершил ДТП. Все, здесь на месте. В первую очередь не садись пьяным вообще за руль, не ездить никогда пьяным за рулем. Потому что это приводит, во-первых, это теряется ориентация за рулем, аварии, не аварии и все тому подобное. Мы общественное движение «Дорожный контроль», мы занимаемся выявлением пьяных водителей. Здравствуйте, тут в говнину пьяный Вадим Серов беспокоит. Значит, какой адрес? Новосибирская 58/8. Новосибирская 58/8. На Ростовскую выходим. На Ростовскую выходим. Направо поворачиваем. Направо поворачиваем. Да. 4-5. Уже повернули. Едем по Новосибирску. Он чуть не совершил ДТП. Сейчас только что чуть не совершил ДТП. На Шубина повернул. Вот это, перед переездом поворот ушел такой, здесь бездорожье такое. Направо, мы едем здесь. Венециново улица. Венециново. Уже по ней едем. А он припарковал, припарковывается. Паркуется. Да. Давайте быстрее, блин. Пишу вот это. Машина припарковалась. Отлично, все, супер. Все, здесь на месте. Спасибо вам большое. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Антох, расскажи, как ты его срисовал? Поделись этим. Где как он вышел? Как ты его срисовал, расскажи. Ну, его нельзя было не срисовать, глаз наточенный. Открыл музыку на всю там. У него веселье, кураж в голове. Вот так вот походка. Да, и вот такая была походка. Шаткая походка, взгляд безумный. Такая шаткая, да, была. Висячая. Походка. Висячая. Ну, это, конечно, вообще атас. Вообще в слюне, я так понял. Начало оформления. Так, в присутствии двух понятых водителю Захарову Александру Юрьевичу предлагается пройти свидетельство о состоянии опьянения. Я ничего не возражаю. Вы согласны? Да. Зачитываю вам статья 25.1 КУАП и статья 51, где вы можете не свидеть против себя своих близких, знакомиться со всеми материалами дела, заявлять о отводах, ходатайстве и так далее. Все вам понятно? Да. Так, глядите, сейчас мою штуку вставляю. Выбираете легкий воздух,
и выдуваете, пока будет мелодия. Там. Как она заканчивается, забрать. Выдох должен быть постоянно идти. Так, видите, алкоголь не обнаружен. Все, дуйте. Дуйте, дуйте. Еще. Все. Ноль 459. Согласны? Да, все, я вижу, прекрасно. В медицинское учреждение поедете? Ну, зачем ехать? Все, ну я вам обязан задать вопрос, понятые. Так, сейчас здесь все проверить. А, 0,459. Угу. Все, присаживайтесь, сейчас составим дальнейшую документацию. Товарищ водитель, можно вам вопрос задать? Скажите, вы против пьянства за рулем? Ну, как бы я против, но так вот получилось просто случайно чисто. Скажите, у вас это впервые или все-таки было до этого? Впервые. Да. Скажите, вы будете совершать данное правонарушение? Нет, нет, нет. Есть какие-то слова нашей аудитории, что бы вы хотели пожелать людям, которые садятся пьяным за руль? Ну, в первую очередь, садиться пьяным вообще за руль, не ездить никогда пьяным за рулем. Потому что это приводит, во-первых, теряется ориентация за рулем, аварии, не аварии и все тому подобное. Я понял. Но что вас сподвигло сесть пьяным за руль? Ну, просто недалеко. У меня друг просто живет, и как бы мы с ним... Ну, вы катались водили, по всему району. Ну... Вы понимаете, что могли произойти непоправимые последствия? Но я очень надеюсь, что вы больше себе такого не позволите. Нет, такого мне себе больше не хватит. Все. И если у вас есть друзья, которые этим грешат, у меня огромная просьба, доведите им до сведения, что ездить в таком состоянии нельзя, хорошо? Хорошо. Спасибо. Мы общественное движение «Дорожный контроль». Не, мы занимаемся выявлением пьяных водителей. Вы были замечены на дороге на Новосибирской. Вот. Очень громкая музыка. Ну и когда вы вышли, было понятно, что вы в сильнейшем состоянии опьянения. Ну, как бы кажется, что громкая музыка, так что ездить. Ну, вы вышли в сильнейшем состоянии опьянения, были признаки. Ну, оно это и подтвердилось. Я понимаю, да. Да. Так что к вам огромная просьба. И передайте всем, как говорится, своим. Хорошо. Угу. Спасибо. Вот абсолютно адекватный пьяный водитель. Без наездов и всего. Просто дал комментарий. Молодец. Уважение. Кстати, бывает очень большая редкость. Большая редкость, да, большая на самом деле. Ну, он понимает, но сделать уже ничего не может. Уже нет. К сожалению. Понесет наказание, но в следующий раз пообещал клятвенно. Так скажем, пить не больше не будет. А, как говорится, пацан сказал, пацан сделал, правильно? Безусловно. Да. Так что запомните, ребята, самые вежливые пьяные водители на Машмете в Воронеже. Все запомните. Все за пьяными водителями вежливыми приезжаем сюда. Да. Теперь мы здесь будем чаще. We'll be right back.